Лимит это есть у тебя? Дети сколько уходят? Едем на завтрак в паб. Вчера что-то покушали мало и рано. Я такая голодная, есть охота. Могу и не есть, конечно. Что так трясет у тебя машина? Да у тебя вообще с квадратными колесами. Площадь круга, знаешь? Площадь чего? Круга. ПР квадрат. Знаю. Ну вот. Вот оно, этот квадрат, и звучит. А муж такой веселый. Всегда меня веселит. У него в запасе куча анекдотов. Начнет рассказывать. Англичанам рассказывает, всем. Англичане от него убегают. Не понимают нифига. Но сейчас он уже знает. Это сначала он там не знал. Там про икру рассказывал, про красную. Они не понимали, что за фигня. Кому там икру надо давать или не давать. Сейчас он научился кому что рассказывать, да? Приспособился. Вот. Поэтому у него и язык такой уже хороший, английский. Болтает много. Да? Правильно да, говорю? Да, я ведь не вру. Никогда. Когда? У англичане то, что у нас про чукчу рассказывают, у англичане рассказывают про ирландцев. А не про шотландцев? Нет, ирландцев. Про ирландцев. Тогда они понимают. А, то есть ты заменяешь слово чукча на слово ирландец? Да. Наверное, до 11 завтрак. А что, они там закрываются после 11? Нет, еды там нету больше. Съедают все. Да в 11 люди только вылазят из дома. Ну, только вылазят они. Мы тот раз были тогда. Успели, а пока кофе попили, уже все убрали. За вторую порцию уже не сходишь. Но мы сейчас наоборот сделаем. Мы поедим, если успеем, и потом на кофе. Сереж, мы не сюда приехали. В Тоби я хотела. Это другой. Ну пошли уже. То опоздаем сюда. Тоби. А? Тоби через дорогу. Так там, там нету этого карвера. Есть. Ты забыл. Ну пойдем сюда. Все равно одинаково за брейкфаст везде. В принципе. Сейчас. Огромные. Красивые. Мороженое. Так, брекфаст еще есть или нету? Я не понимаю, что там есть вообще. Ну, до 11 они, да, надо запомнить. Ну, что-то есть. Завтрак набрали. Это первая тарелка не моя. Вторая моя. Сереж там себе картошки наложил, что-то еще мне ненужное. В общем, сидели в пабе. Очень хорошо получилось со временем. Народ уже наелся, разошелся. Было тихо и спокойно. И как-то в этот раз прям почувствовался вкус еды.
Даже грибы какие-то отварные такие были, вкусные очень. Ну, в общем, мне понравилось. Или я такая голодная была, не знаю. Все, позавтракали мы. Так вкусно было. Не пожалела я, что мы сюда зашли, хотя я хотела в другой паб. Не в ту дверь, нам ближе. Подержи, подержи. Как вы его не показали? Жалко, кофе напились, хотела в Косту. Все равно кофе там лучше. Самый лучший кофе в Косте. Завтра поедем в Косту. Да? Поднять тебя утром? Пораньше. Вот сюда вот. Вот. Такое местечко тут хорошее, уютное. Вообще мне нравится, как оно расположено. И... само помещение очень такое приятное. Небольшое и такое, но очень уютно как-то так сделано. Хорошая атмосфера. Здесь Алди большой сделали. Народу полно с самого утра. Вообще-то уже не утро. Уже почти обед.